вряд ли поймет того, кто учился в спецшколе. Тот думает о хорошей жизни, да и делам. Вряд ли будет думать о чем-то другом. Ждем летом в старых квартирах. В старых квартирах, где есть свет, наш телефон, горячая вода, радиоточка, пол, паркет, сам кузов, раздельный дом, кирпичный одна семья, две семьи, три семьи, много подсобных помещений, первый и последний не предлагает рядом с метро центр. Многие знают, как он. Это может быть, он для